Ребята, всем привет! На Bellycot мы находимся, это Новая Скошия. Мы едем на Skyline Trail и остается на Bellycot. Но такого я еще не видел, и так я еще нигде не снимал, ребята, это просто океан. Оказаться там в волнах, наверное, будет очень. Парми? Так, ребята, мы сейчас едем дальше. Это кусочек, я еще вам покажу, досниму. Трейла. Просто обалденно. Вот это вот чистая Атлантика уже, которая идет. Настолько сильный ветер, что даже когда глаза открыты, то ветер тебе ветер поднимает еще сильнее. То есть выдувает как будто в этой, в аэротубе. Просто... Дальше мы. Спустились с того холма, с той горы, вот по вот этой трассе. Тут очень интересный такой пейзаж. Получается, два озера разделены дорогой. Там вот есть у них как бы
протока, там мост, да, и есть туннельчик, по которому вода соединяется. Я подозреваю, что это идет морская вода. Ребята, то, что сейчас справа, это просто я сейчас... Не, просто насколько контрастно. Здесь такая чистейшая вода морская. Или это пресная, не знаю. Ну, просто вода чистейшая просто. Просто чистейшая. А что здесь, ребята, это просто, я вам говорю, у меня нет слов. Я такого никогда не видел еще. Мне это очень-очень нравится. Ну, вода теплая. Смотрите, народ в воде. Ух ты, елки-палки. Я бы, честно говоря, даже бы искупался. Нет. А я бы и так залез. Не одежу, а это. Деревья такие красота. Какая красота. Какие волны. Ладно, идем сюда. Интересно, какая вода, холодная или нет? И такое сухое дерево всякое вообще. Красотища. Ветер сильный. Это, ребята, реальный океан. Добрый день, друзья, еще раз. Мы находимся с вами в самом красивом месте Новой Скоши. Это Новая Шотландия, это провинция, одна из канадских провинций, которая находится на таком полуострове, а Кэп-Бреттон находится, это еще и остров. И мы с вами сейчас находимся как бы на северной части этого острова. Это самые красивые места, наверное, в Канаде здесь. Ну просто бомба, ребята. Мы ехали сюда и фотографировал, снимал все это, будет в этом видео. Мы сейчас с вами находимся на начале... You are here. Вот здесь мы. И это примерно выглядит вот так. Вот здесь океан, вот здесь дорога, и вот этот трейл. Вот он идет. Он там еще немножко как бы по лесу, по деревьям. Он занимает где-то эта петля, вот эта общая петля, занимает 9 километров. Distance 9,2. Да, 9,2 километра. Французский вариант. Это залив Святого Лаврентия. Есть Сан-Лоуренс-Галф, он переходит в реку Святого Лаврентия, на которой стоит город Монреаль. То есть, ну, как бы на карте вы увидите, да? Ну, тут есть лосики, как бы все нормально, все природа канадская, все хорошо. И мы с вами сейчас начинаем и заходим как бы, на этот трейл. Я буду делать много фотографий и буду вам выкладывать вот такое вот начало трейла. Такое очень-очень уютное. Деревки, хотя очень-очень сильный ветер сейчас. Извините, маленькое отклонение, да. Лисички. Лисички, да? Да. А, ну, грибы уже есть. И вот такое немного начало трейла, да, когда будут очень красивые места, какие-то будем еще отдельно снимать видео, вам показывать. Так все будет фотографии и смотрите дальше нас. Это одно из мест смотровых площадок. Ребята, это одна из смотровых площадок. Мы сейчас идем с вами по Skyline Trail. Очень сильный ветер, ветрено, море. Мы на таком взгорье. Нам, наверное, было бы вообще интересно вот там вот на той горе домик сделать. И забрасывать прям рыбу ловить прямо оттуда, когда нету вот таких волн. Солнце такое. Ну,
ветер дует, ветер не холодный, я в футболке вот в этой курточке. В принципе, нормально. Ну, свеженько, конечно, но не ледяной ветер, это вам не лабрадор. Вот такая здесь растительность. Много поломанных деревьев, выдранных, повальных, выдранных с корнем. В таком мхе, во мху. Много таких деревьев, ребята. Видимо, климатические условия, особенно ветер, не позволяют нормально набрать рост кроне. Вот такое, много вот такой раскоряки. Вот такое чертишово такое. Да, все в этом вомху. И вот такой вот Кейп Бреттон. Мыс Бреттона. Индийская Канада. И там виден такой вдали фронт облаков. Ну, наверное, его сюда несет сейчас. Очень интересно, красиво. Но мы продолжаем вниз, нам где-то осталось километра 3, наверное, до окончания этой петли. И, в принципе, я фотографирую по дороге, в принципе, вот такая дорога, трейл. Но там самое место красивое будет, наверное, под конец. Именно вот на том взгорье, именно как бы на горе, по хребту можно там будет пройти, там будет это все видно, всю эту красоту. Вот такая вот, ребят. Тут и малина дикая есть, мы уже пощипали. И видели помет лося, ну, не щипали его. Вот такие аккуратные овальчики, такие коричневые, такого шоколадного цвета. Вот. Там было написано, что... Причем свежие достаточно, то есть не такие уже высохшие, а видно, что только-только, вот недавно. Он там где-то прошелся. Ну, вот такой вот, ребята, этот Skyline Trail такой. Ветерок свежий, чем-то напоминает, наверное, крымские горы там, как бы, в районе... Ливадии в горах, ну, в районе Ялты, Гурзуф, наверное, типа такого. Такие же раскорячные деревья, такой же свежий воздух, такое же красивое море, в котором хочется искупаться. Вот, ну, мы здесь ходим, гуляем. Не все водочку пить, нужно и походить, потренировать ножки, мышцы. Все, до встречи дальше. Красивый вид на серпантин, там есть маленькие водопадики, то есть на этих горах есть вода. Если построить там где-то дом на утесе, то у вас будет гора, поставить своя гора, своя вода, и еще можно поставить ветряк, и у вас будет своя электроэнергия, возобновляемая, из возобновляемых источников. Ветры здесь дуют до 85 км в час, плавают киты, плавают разные кашалоты, но мы китов не видели. И ловится самая разная рыба, от атлантического лосося до тунцов и всего остального. То есть, ну, тут здесь очень много всего интересного. Вот мы сейчас будем уже подниматься наверх и уже будем возвращаться на стоянку, потому что перекусили, у нас был ланч здесь. Самый интересный и ветреный, высокогорный ланчтайм, который был у нас в Канаде. Так что, ребята, все, кто в Монтане, все, кто в Небрансике, в BI, то вы скоро приезжайте, смотрите, есть зачем ехать, не сильно далеко, скажем так, и как будет одного дня или двух, очень даже подойдет. Спасибо всем, все оставайтесь с нами, всем до свидания, всем пока. We'll be right back.
To me.